Дорогие друзья, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Приятного просмотра. Данное решение далось мне очень непросто. Неожиданное решение принял защитник московского футбольного клуба ЦСКА. Василий Березуцкий приостановил выступление за национальную команду России. Об этом сообщает Российский футбольный союз РФС. Учитывая мой возраст и самое главное состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, я решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА, добавил Березуцкий. О том, когда 34-летний футболист примет окончательное решение по поводу сборной, он не сообщил. Тренер сборной России Черчесов заявил, что национальной команде по футболу пора искать новых Игнашевичей и Березуцких. Василий Березуцкий, напомню, выступает за сборную России более 14 лет, с 2003 года, с ума сойти. За это время он провел 101 матч в футболке России и отметился 5 забитыми голами. Самый памятный – ворот англичан на чемпионате Европы 2016 года. Совсем неплохо было бы Василию все-таки приостановить выступление за сборную, а быть может и завершить карьеру после Кубка Конфедерации и Чемпионата мира в России. Но чувствуется, данное решение приняли за него, а быть может и попросили. Я всегда с удовольствием приезжаю в сборную и стараюсь отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но кажется, Василий уже не вернется. Быть может, я ошибаюсь. Рекомендую посмотреть ролик под названием «Японский футболист установил рекорд». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, ставьте под ним лайки, комментируйте, делитесь в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это абсолютно бесплатно.